В Крыму подвели итоги нескольких социальных программ. В частности, речь шла о развитии системы здравоохранения в этом году. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, капитальный ремонт сделали в 16 больницах. 60 клиник получили новое оборудование. Выполняется программа по поддержке многодетных семей. Также в числе приоритетных задач развитие туристического сектора и транспортной инфраструктуры. Паромная переправа отработала на сегодняшний день. Через паромную переправу с 1 января 2015 года перевезено уже сегодня 4 миллиона 600 тысяч пассажиров, миллион легковых автомобилей, там чуть больше миллиона, и 240 тысяч грузовых автомобилей, 39 тысяч автобусов. Ну, такого объема перевезенных транспортных средств и людей паромная переправа не помнит, я думаю, с начала ее существования. Аэропорт Симферополь вот на днях, мы думаем, до Нового года встретит 5-миллионного пассажира.